Смирнов Константин Александрович родился 23 сентября 1916 года в деревне Куклино Рыбинского района Ярославской области в семье рабочего. Окончил школу фабрично-заводского ученичества. Работал токарем на Рыбинском машиностроительном заводе. В 1937 году призван в Красную армию. С начала войны направлен в танковые войска. Командир танка Т-34 лейтенант Смирнов отличился в боях за освобождение Украины весной 44 года. Геройски дрался при взятии города Умань. 5 марта в разгар боев батальону была поставлена задача прорваться в тыл противника и овладеть водной преградой. Разведку вел Смирнов. Умело преодолевая противотанковые сооружения, на своем танке вышел к реке и вынудил гитлеровцев отступить от переправы. В те же дни совершил детский налет на деревню Комаровка. Первым ворвался в деревню, преградив путь противнику и не дав ему вырваться из окружения. В одном из боев немцы подбили 34-ку. Дорого отдал свою жизнь младший лейтенант. Сжег 4 немецких танка, уничтожил 13 орудий, 75 автомашин и более 200 солдат и офицеров противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года за выполнение боевых заданий и проявленное мужество и героизм Смирнову Константину Александровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен в городе Умань. Награжден орденами Ленина и Красной Звезды.